Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач, Димка Федоров и Тони. И вы посмотрите просто на этот квартет с поднятыми руками. Да, ребята, всем привет. Короче, ребята, у нас битва за контейнеры, но необычная. Сегодня у нас будут тройные конты. Это прям вау! Да, да, да. Ребят, сегодня у нас. Да, значит, короче, получается, у нас сегодня одна машина на два испытания. Вот, ребят. Так, ну давайте, наверное, выбирайте. Давай я второй возьму. Донни, давай возьмем. Какой? Первый или третий, Димка, как думаешь? Давай третий. Пускай третий будет. Окей, парни, полетели. Ох ты, нифига себе! Нифига себе! Посмотрите на то, что мне в R8! Да ладно, вы чё? У нас здесь, пацаны, у всех R8 стоят. А где ты дверь потерял? Я здесь. Истощили. Так, короче, получается, у вас у двоих R8 старого. А нет, короче, у Юрчика старого поколения, она вроде бы Liberty Walk. У Димона, да, вообще затюнена. R8 нового поколения, а-ля Нюрнбург-Ринг. Не знаю, вот, ребята, а у меня просто, короче, R8 тоже новый, но обычный. Ребят, окей, полетели на первое испытание, драг рейсинг. Погнали, go, ребята. Погнали. Так, ну что, ребята, стристракеры на... Блин, кто курил? Воу! Тихо-тихо, дяденьки, вы куда? Нормально, Димка, тормози! Нет, стой! Нет, пацаны, я почему-то был уверен. Эй, слышь, ты не пингуй давай. Нормально. Блин. Смотри, смотри, он назад. Эх, давай еще, дергай назад, еще дергай, давай, давай. Подожди, я вас догонял. Подожди, а что он не пингует? Я говорю, что он запинговал. Я чин нашел. Что за бред? Я смотрел назад, потом резко вперед у меня пинговало. Чего ты делал еще раз? Короче, когда я смотрел назад, потом резко вперед меня пинговало, и я дергался. Обалдеть. А я Юру прям под финишем. Да, 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 в пол капота буквально. Ладно, записываем результатики и погнали стрит-тракеры к второму. Let's go, ребят. Ну что ж, друзья, следующее испытание дерби, и мы уже готовы, кидай гранату, так, я только сейчас заметил, что у меня флаг япошки, типа восходящее солнце, все дела. А, сейчас ты восходящее солнце полетишь вниз куда-нибудь. Я же... Я не вижу этот дерби, я просто ненавижу. Ебать! А ты улетел? Да, да меня, короче, я удержался, меня потом Юра подтолкнула, я не улетел. Да что было такое? Это было красиво, это было красиво. Я взлетел на ком-то, потом я, короче, пытался удержаться на тебе, но уже не играет. О, жесть, да, записываем баллы и полетели выбирать, да, ребята, let's go. Фиг, что такое, как ты бежишь, что это? Трои просто. Окей, ребят, погнали выбирать последний, точнее, второй контейнер, да-да-да. Так, так, выбирайте. Давай я четвертую сейчас возьму. А мне? Ну тебе первый для разнообразия. Первый, окей. Так, а что было втором? Так, мне достается. У него РС. Мне первый, мне РС. Так, ребят. РС6 уже, да, есть? Короче, да, мне РС6. Короче, следующий контент залагали, поэтому я буду машину потом переставлять. Так, а что у вас тут? Так, у Димана. У меня РС5, если не ошибаюсь. РС5, да, у Димона РС5. У меня РС7. О, так, ну, нормально. Кстати, Донни выпало в любом случае бы либо RS6, либо RS6. Да, да, а, да, да. Подожди, да, они чё? Там были одинаковые, да. Там тоже RS6. Да, там тоже RS6. Короче, я так понимаю, у нас спринт, нет, ребята, RS4. Да? А, RS4, ну ладно. Да, ребят, спринт, да, да, полетели на спринт, ребят. Let's go, давай, погнали. Погнали. Ну что ж, ребята, мы с вами опять-таки находимся на спринт-гонке. Нам нужно проехать довольно-таки большую трассу. Кстати, у меня сбился маячок, я сейчас вот так поставлю. Точка назначения, это у нас заправочка, так. Но мы будем обманывать навигатор. Да, я уже кидаю гранату, поэтому, ребят. Ну-ка, и... Ой! Щакаля-каля! Я из-за фальштарта немножко дернулся. Фальштарт. О, Димка, как всегда, водитель, блин, от бога, собака такая. Пиртуар. А можно по крышке пробить, а? Да, можно. Нет. Ему можно. Только я оружие только не взял. Я тебе жизнь пробью потом. Я тебе, да-да-да. Просто вот сколько не водит, он постоянно то ли меня, то еще кого-то сносит просто всегда. Капец, просто убрал меня в машину, нормально. Тактика, стратеги, да, значит, я понял тебя. Грязный, Димка. Так, тут же налево плывет, да, если... Эй, слышь, ты что сократил, алло, по навигатору так-то ехать надо. А сократил, да? Вы же да сократил, нормально сократил, он там остался. Тогда нормально. Нормально. Так, в принципе, сегодня чисто сократили. В смысле ты быстро так? Да иди ты в задницу.
Капец, что вообще что творит? Меня еще подрезал. Лютый. Я тебя сейчас разверну, слышь, я тебя сейчас пол... Поворот налево, пацаны. Так, тут налево, короче, да, нет. Смотрите, аккуратно. Я капец хотел, короче, это... Не-не, Диман, Диман. Да слышь, ты давай не сокращай, вот-вот тебя Бог наказал. Просто ботяра его там за яйца схватил. На самом деле, там впереди будет самая жесткая фигня, там будет, короче, чисто виноградники, там такая извилистая трасса, поэтому, ребят, там будет реально... Вы что творите, боты? Блин, это будет опасно. Тихо-тихо-тихо, порядок. Тихо, я видал, как пролетел. Ты меня шикнул по крыше, да. Я такого не ожидал, у меня машина просто развернула. Я на двух колесах был, тихо-тихо. Так, тут очень много ботов, кстати, пацаны. Так, минус Донни, да? Вообще там тяжко. Нет, нормально, я сейчас здесь. Далеко, что ли? Но мы рядом. Блин, впервые. Бля, я боюсь Донни скинуть нафиг куда-нибудь. Так, тут по идее у нас же прямо, да? Мы да, прямо. Ты себя обмани лучше. Маршрутизатор. Нормально. Слышь, а чё вы напрямую как пушки летаете, алё? Не знаю, она мне просто Тихо. Ах, бустится у него, она понял? Ага. Тихо. Тут, кстати, ботов поменьше. Я думаю, вы догоните меня, может быть. Может быть, но это не точно. Главное не врезаться. Да поворачивай, не поворачивай, алё. Диман убрался, Еду, очень тяжело еду. У меня тачка вообще противная. Диман убрался. Ёб твою мать, это было прям так тяжко, я там, не знаю, такие кульбиты крутил. Блин, у меня тачка слабая по сравнению с вашими, но... Так у тебя вроде бы, а чё у тебя? RS7, а сосёт, как всегда. Тихо. Юра, как говорил один человек, неважно какая машина, да, главное... Да конечно, скажи это Димке особенно. А в смысле я-то что сделал? Да ты постоянно находишь кого снести, да? Так... На самом деле, я бы, может быть, еще и первый ехал. Давай, ты поворачивай. У меня машину носит, она тяжелая какая-то, неуправляемая. Нет, я просто потею, потому что... Да я помать, бог пи... Дураки пингующие. Нет, я еду. Вот ты вообще дураки. Боты дураки. Пацаны, я убрал. Диман минусовался, я видел это. В смысле ты залетел? Ты прыгнул или ты просто встал, Эль? Я не отдам свое место, я вам отвечу. О, что, через... Сразу. У меня на видосе, посмотрите, я ничего не... Твою мать, ботяра с собакой, блин! Тихо. Он меня просто снес своей жопой, вы понимаете? Я вас просто не чувствую, чего такое, пацаны? Это просто дичь. А что, Дима, получается, выехал из этого, что ли, в... Да, и я тебе говорю, она просто офигенно точила. Я уже, кажется, хоть первое место. Я ради такого там взорвался. Нормально. Блин, вы понимаете, если бы не этот мудила на синем хаммере, который жопой сдавал, я бы проехал нормально. Как тачку мою вернуть? Я тачку случайно сломал. Все, минус тачка, короче. А еще одно испытание, Димон минус 3 балла. Она едет сама, посмотри, она сама едет. Она сама жертва своей жизни. Она оттуда сюда. Я вообще ее не вижу, если честно. Окей, ясно, ребят, записываем баллы, сейчас Димон получает 3 балла, я 2, Юра 1, да. Ребят, записываем баллы и полетели на следующее испытание для этих тачек. Ну что, ребята, с 300 ракеры снова в деле, сегодня мы на оффроде. Давай гранату кидай. Давайте, пацаны, сейчас будет жарко. Ну да. Фига ты стреляешь. Вообще. Я по таймингам. Тихо. Тайминг, братан. Мне тайминг. Там тетя Люся в голове подсказала, типа стартую, я стартую. А, даже так? Ясно. Слушай, а это не белочки? А то мало ли. Такие. Где Люся, там и белка, там и слоник голубой. Что ты делаешь, а? Дядь, вот что ты делаешь? Я делаю. Меня, короче, не трогайте, я и так шлифую здесь. Ты больной вообще, а? Я делаю, ты меня шатался в бочину. Так это ты в меня врезался, я не понял. Ты в меня врезался. Тихо. Офигевший бабкин внук ты, блин. Капец, мне что-то все это аж фризит немножко. О, спасибо, кто меня подтолкнул. От души, братишка. Не за что, брат. Пока, брат. Я поехал. Я тоже поехал. Я тоже поехал. Тихо. Тоже поехал. Да почему у тебя быстрее? Короче, ничего не знаю, где я там. Господи, я опять перевертелся. Ай, бедная тащила. Хорошо. Блин, давай. Блин, корыто. Господи, ребята, тут просто секунда осталась, как бы... Дерево! Да как здесь все... Просто почему? Прыгает по жесткому. Почему ее крутит, вертит, я не понял. Она не создана для... Она вообще не создана для этой жизни. Ладно, хотя бы 2 балла, ребят. Хотя бы 2 балла, просто 2 балла. Давай, слышь, это мне 2 балла надо, у тебя и так уже 3 есть, иди. Да мне нормально, я тебе говорю. Да не переворачивайся ты на крышу-то. Бампер чей-то полетел. Как там у вас дела, парни, рассказывай. Там бампер чей-то полетел. Я постоянно, блин, на последнее время на тачках здесь просто всасываю по полной. Я врезался. Я проехал.
Привелся? Хорош. Фак, нормально, все, еду. Блин, ну подниковый. Ну я очень реагирую. Короче, сразу видно, если тачка уступает в мощности, она прям гребет здесь, собирает все. Да нормально, все изи, ты же сам ее выбрал. Да. Вот тут не поспоришь, вот тут не поспоришь. Тихо. Главное не разол... Нормально все, я доехал. Так, эту можно, короче, сжигать тоже, беспонтовая тачка. Окей, ребят, мы записываем баллы и полетели выбирать последние тачки для последних испытаний. Ну что, ребят, выбираем последний контейнер на последние два испытания. Ребят, давайте, let's go. Второй? Так. Какой выбрать? Давай я третий возьму. Окей, а мне какой? Первый? Давай первый, у тебя первого не был. Первый, да? Окей, давайте. Блин, мне что, опять попалась та же самая машина? Мне достается старенькая удюшка. Старенькая удюшка не попалась, ребят. А 8 старушка. Блин, ну я, слушай, не знаю, как мы школу вождения будем проходить на них. Просто S5. Да, короче, у Димана S5. А6, да, у меня, короче, А8. Да. Окей, ребят, полетели, да, на прыжок с трамплина, ребят, да? Правильно? Поехали, да. Let's go. Так, ребят, ну что же, следующее испытание, прыжок, и давай, наверное, Тони, начинай. Давай, я, да-да. Так, я поехал. Давай. Да, мне кажется, мы все вместе должны ехать, тут машины не такие быстрые. Ну, кстати, да, они прям вообще очень-очень медленные, поэтому... Я тоже думаю, что прям, да, печально все. Что-то да, ребят, это последние тачки такие себе. Только сотка всего лишь. Блин, так, ну что так, я такое? Еду. Я еду кое-как. Так, Юра не догоняет. Подожди, у меня 200. Какие уже? 200, алё? У меня только сейчас 200. Ну, ладно, не 200, 190. Нифига ты округляешь там цифры. У меня 190 тоже. Мы в школе учили. 200. Ой, кажется, я очень нехорошо поехал сейчас. 200, у меня лаги, подлаги. Так. Господи, у меня только что Зимка просто этот. Хотя бы так. Тихо. Дони, принимай меня. Принимай меня таким, какой я есть. Зараза! Ау! А Юра, кстати. Я через заборчик все рядом, смотри. На самом деле, слышно? Ну, кстати, если мы поднимемся на F2, допустим, то давайте смотрим чисто так. А где ты есть-то? Ты высоко? Ну, еще чуть выше. Вот. Я. Вот, и получается, что? А, ну у вас одинаково. Я чуть-чуть дальше, но... Ну да, мне кажется, Юра чуть-чуть дальше, буквально. Поэтому пускай он будет там. Окей, тогда Юрий сейчас 3, да, Димон 2, мне 1. Все, записываем баллы, погнали на последнее испытание. Да, последнее испытание, ребята, школа вождения. Так, ну что, ребята, вот мы находимся на испытании школы вождения. Сейчас каждый из нас по очереди пройдет испытание и начинает у нас как бы Димон. Так, прямой участок, давай, жги. Давай. И сколько? Финиш. Сколько? 2.09. Димон, 2.09. Ну, в принципе, это нормально. Ты хорошо проехал еще, да. Теперь, короче, да, сейчас пацаны будут проходить по очереди, а потом уже в конце мы подведем итоги. Ой. Так, ну что, Юр, ты готов? Ты у нас второй? Да, я только что петуха сбил, но никто ничего не видел. Здесь можно было ставить что-то. Давай, короче. 1, 2, 3, let's go! Давай, Юрчик, стартуй! Ну, такое себе. Ну, такое, да, такое себе. Мчусь просто, лечу! Ну, на самом деле, они такие все здесь. Так, вы там едете, давайте убирайте танки и прочую муть, которая здесь может быть. Она здесь может быть. Вон уедет, уже вижу. Так, я просто медленно чилю, не спеша. Так. Так. Большая, да, машина очень сильная. Вот это какого хера выехало тут? Заставляет меня просто лишний раз делать ненужные движения. Так, кто это так низко прыгает тут? Я. Так, нормально. Блин, ты очень круто прошел, кстати, если ты не врежешься здесь. Хорошо. Мне кажется, да, ты, короче, замерз. Я, короче, в прошлый раз... Слишком сильно, короче, гнал, и это было очень жопой, плохо. Жопой проходи. Жопой? Не, жопой так. Вообще не вариант. Ну, пока по времени так же идет. Да, ну, примерно у нас скорости-то те же самые. Если мы все приземлились в одно и то же место с прыжка, то, в принципе, мне кажется, там этот... Да. Здесь уже чисто скилл, то есть на машины особо здесь ничего не влияет. Не хочу. 70 еду тоже, кстати. Просто... Чилит. Да, 72, да? Что-то такое было. Ну, у меня 73 максимум. Так, давай, разгоняйся. Так, затормозил, такая плавненько, как будто, знаешь, машина в аренде. Ну, капот-то уже убитый, все равно ушатали его. А, ну тогда это да. Так, ну что, здесь надеяться, что не врезусь в песосину, в которую я тогда врезался. Прям было очень неожиданно для меня. Да, и просто ехать и надеяться на лучшее. 76, кстати, по прямой. 80. Рекорд нет, от 82 по прямой. Быстрее. Так, хорошо, идет. Воу, дядя. Не. Опасно прошел вообще.
Поворот не туда, точнее, все нормально. Какого хрена? Кто тут забор поставил, я не понял. И Юрчик приехал. Финиш. Прикинь, 2-0. Секунда. Секунда просто. Секунда, да. Ладно. Ну, в принципе, из нее можно было бы выжать максимум 2-0-2, мне кажется. Вот максимум. Ну да. Так, ну что, ребят, теперь моя очередь, давайте засекайте время. Так, сейчас, подожди, сейчас я тебе включу. Уже, слушай, ну хорошо, хорошо, идешь. Так. Еще, и... Давай! И... Коп! Сколько? Минута 59:41 у меня вышла. Я последний, я офигею, ну такое. Вот это да, окей, ребят, записываем баллы, полетели на подсчет. Погнали. Да, ребята, в принципе, у меня 2:09. 2.08, у тебя минут 50. Да, да, нормально, да, полетели. Да. Ну что, ребята, теперь нам необходимо подвести итоги, и сегодня получилась довольно-таки интересная картина. Да, особенно где я 3 раза первый прижал с другой стороны. Перекрестил пальцем. Короче. Очень надеюсь, что я выиграл. Юра получает свои 11 баллов. Не плюйся на меня, я твою тачку зарву за это. Димон получает 12 баллов. Так вот! А я получаю 13 баллов. Ну все близко было. Чисто один балл, пацаны. Блин, ну такое, да, один балл. Окей, ребят, так, конечно, получилось. Рика было реально прикольно забавно, и мы попробовали сделать 3 конта на каждого человека. Поэтому, ребята, если вам такая тема понравилась, таким выбором больших машин, то ставьте лайки и в комментариях пишите. Да, ребят, и всем удачи, и всем пока-пока. Всем пока, ребят. До скорых встреч, друзья.